пішла міського зятя. Ми вже на старті домой. Хочу вам розказати, що це второй термінал Пхукета, з якого можна добратися на Бангкок. Здесь мы видим байки. В аренду тоже можно брать, в аренду байки. Сразу, чем хорошо, ты приехал сюда, взял тут байк и поехал. Когда едешь домой, не надо брать такси на автовокзал или с автовокзала по приезду и в отъезд. Тут же на месте этот байк сдал, прыгнул в автобус и поехал. Вот это наш автобус. Написано VIP. Сейчас посмотрим его внутри. Вот наш уже багаж лежит. К нему цепляются бирочки. Вот, соответственно, по номеру билета. Вот, мы заплатили за билеты по 700 бат до Бангкока. С Бангкока на Пхукет по 600 бат. Ну, там был чуть-чуть хуже автобус. Этот вроде как получше. Автобусы вот такой, синие автобусы, означает, что это автобус дальнего расстояния и с хорошими удобствами. Сейчас посмотрим еще автобус. Тут у нас туалет внизу. Кикет? Да. Автобусик неплохой, комфортный, хороший автобус, удобный. Неохота отсюда уезжать, тут хорошо, но придется. Виза заканчивается послезавтра, билеты на завтра с Бангкока. До встречи.